Hello, народ, с вами Кэкс де Винтер, и сегодня я хотел бы показать вам новое обновление в симуляторе сабли, да-да-да. Здесь вышло продолжение хэллоуинской обновы, и, собственно говоря, сегодня я хотел бы вам его показать. Собственно говоря, сегодня мы посмотрим, что вообще здесь добавили, но я сразу вижу, что здесь добавили яйцо. О, кстати, это довольно-таки прикольно, поскольку раньше надо было прыгать на остров, а теперь, как только вы зашли, вы можете сразу пособирать эти конфетки, или же поубивать босса и сразу выбить себе очень крутого питомца. Особенно для нубиков это очень круто, ребят. Кстати говоря, поставьте лайкос и обязательно подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Также большинство питомцев, которые мы сегодня выбьем, я буду разыгрывать на своем дискорд сервере. Поэтому, если вас все еще там нету, прямо сейчас туда вступайте. Собственно, давайте, ребят, уже смотреть, что вышло в нашей обнове. Для начала давайте посмотрим, вышли ли у нас какие-то скиллы. Итак, прыжков, к сожалению, не добавили. Ну и босс-хитов, блин, босс-хитов что же не добавили? Я не знаю, я думаю, что они должны добавить побольше скиллов. Не знаю, хотя бы какой-нибудь хэллоуинский прыжок там или какой-то хэллоуинский тыквенный удар. Было бы очень прикольно. Но, к сожалению, они почему-то не добавляют скиллы. Я сам не знаю почему. Лично я очень хочу, чтобы добавили больше скиллов. Особенно под Хэллоуин это было бы самое то, поскольку Хэллоуин, всякие там магия и все такое. Кстати, ребят, зацените мой хэллоуинский скин. Он, правда, не до конца готов еще, но, тем не менее, он уже начинает разрабатываться. А теперь давайте посмотрим, возможно, добавили какие-то ауры или же пэт-ауры. Итак, смотрим. Ага, ну, это здесь добавились одна, на это я ее просто давно еще не покупал, поэтому, кстати, давайте ее прямо сейчас купим. Все, готово. Но, в принципе, АП-тауры добавили, не добавили, ребят. К сожалению, опять-таки, никаких аур не добавили, я просто, я не знаю почему, блин. Разработчики вместо того, чтобы какие-то мечи или что-то такое добавлять, лучше бы добавляли ауру, скиллы, это реально было бы очень прикольно. Собственно, боссов у нас тоже, как я знаю, никаких новых не появилось, и у нас до сих пор есть из хэллоуинских боссов только один, и это вот такой вот боссик, которого мы должны убивать, чтобы получать огромное количество конфет. Кстати говоря, ребят, сейчас у нас X2 Candy Event, да, то есть добавили X2 Candy Event, то есть теперь мы получаем вдвойне больше конфет. Давайте попробуем, возьмем эту конфету, плюс один. Разработчики как-то зажлобились, честно говоря, потому что, блин, им что, жалко, чтобы нубики получали по две конфетки, когда собирали, и они сделали теперь только, чтобы за босса было X2. Я не знаю, в чем смысл, мне кажется, они должны сделать, чтобы еще и за собирание конфет давалось сразу по две, а то это как-то не круто вообще. Эти яйца мы еще пооткрываем, вот это, которое новое за 100, да-да-да, кстати, я его уже немножко пооткрывал. И, ребят, здесь вышел трехлунный питомец. Я его, конечно, пока что не выбил, но я постараюсь очень сильно сегодня его выбить. И это реально трехлунных питомцев еще не было в игре никогда. Это первый раз, когда вышел трехлунный питомец. Ну да ладно, меня интересует больше, где находится теперь яйцо за 50. И давайте вообще посмотрим, добавили ли какие-то новые острова. Так, идем на 30-й остров, дальше вот этот вот остров. Меня, честно говоря, очень интересует, добавили какие-либо новые острова, потому что нет, смотрите, ребят, не добавили 66. Но тогда вопрос, а где портал на хэллоуинский остров? Возможно, на 66-м? Нет, здесь ничего нет. Ребят, но здесь есть все-таки паркур, значит, скорее всего, ребят, я понял. Как по мне, это довольно-таки странно, что разработчики сделали так, что надо только паркурить и нету портала. Серьезно, это как-то глупо. Перенесли его бы на спавн, ну, по крайней мере, ладно. Ну, давайте запаркурим, что ли, и посмотрим, что там за питомцы вообще. Возможно, добавили каких-то новых питомцев. Но я об этом не знаю. Впрочем-то, вот я и допаркурил, но, как я вижу, никаких новых питомцев здесь не добавили. Поэтому предлагаю телепортироваться на спавн и посмотреть вообще, что за новое яйцо у нас добавили. Итак, в принципе, для начала я советую все-таки в шоп зайти и посмотреть. Ну, световые мечи, я уверен, что добавили много новых. Ну, а класс? Меня интересуют классы. Добавили ли новые классы? И давайте я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем-то, нет, не добавили новых классов. Все-таки, как был суперхуман максимальный, так и остался. Я это даже проверил в бейджиках, поскольку как только выходит новый класс, к нему сразу уходит бейджик. Впрочем-то, это мы все посмотрели, но теперь давайте перейдем к самому яйцу. К сожалению, я не успел выбить до ролика трехлунного питомца, но при этом я выбил двухлунного питомца и также однолунного. Итак, смотрите, статы золотого однолунного питомца. Они, как по мне, просто ужасны. Я не знаю, у однолунного питомца должны быть адекватные статы, но это я не считаю адекватными, ребят, статами. Хотя, ребят, я догадываюсь, почему так. Поскольку у него шанс 1%, ребят. Это довольно-таки высокий шанс, как для однолунного питомца, блин. Ну да ладно. Собственно говоря, давайте смотреть уже статы двухлунного питомца. У него уже шанс намного меньше. А именно 0.1. Итак, статы у него X21 тысяча. И называется он Ghost Timothy. У него статы X21 тысяча сил, X21 тысяча монеточек и X4 тысячи корон. Ну, в принципе, неплохо. Также мне выпало два данных двухлунных питомцев. Один из них был обычный, а второй из них был Golden. Вот этот вот. Золотой
золотой Гост Тимати. И у золотого у него статы X31500. В общем-то, довольно-таки хороший питомец, собственно говоря, но я его не ношу, поскольку мои питомцы получше. Если что, вот статы моих питомцев. К сожалению, больше у нас не получилось выявить питомца. Но, ребят, давайте так. Если вы хотите увидеть, как же все-таки выглядит этот питомец и какой он по статам, давайте попробуем набрать на этом ролике 65 лайкосов. И тогда я клянусь, что я на следующий день прямо сразу выпускаю ролик о том, что я выбил этого питомца и показываю его полностью по статам, полностью как он выглядит, и вообще очень круто делаю на него обзор. Ребят, прямо сейчас прожимайте лайкос, если вы хотите это увидеть. То есть я благодаря данному боссу нафармлю около 200 тысяч конфет и все их потрачу, и после этого запишу обязательно видос, если вы наберете 65 лайков. Давайте, ребят, я вас верю, обязательно прямо сейчас прожимайте лайкос, если вы хотите увидеть данного питомца. Ну а в плане обычных питомцев здесь они не очень. Вот это вот, ребят, радужный Кэнди Корн, а такие вот у него обычные статы. Дальше, ребятки, вот такой вот питомец Фэнси Гост, у него статы 3000, ну почти 3000, можно сказать, если это, в общем-то. Дальше, ребят, у нас питомец 20%, это Golden Spooky Top Head, вот такие вот у него статы обычные, а вот такие вот у него статы, если он золотой. Следующий питомец 10%, это, ребят, вот такой вот паучная ведьма, она довольно больная, но следующий питомец 8%, он 4-звездочный, собственно говоря, и вот такие вот у него статы, сейчас, вот такие, блин, у меня они только блестящие, капец, ну да ладно, в общем, вот такие вот у него статы блестящие, если он, вы можете, в принципе, посчитать, какие у него будут статы, если он будет обычным. Вот это, ребят, статы 5% питомца, у него статы 5600, ну, честно говоря, у обычных питомцев мне здесь вообще очень не нравятся, статы какие-то не очень. Дальше, собственно говоря, у нас вот этот вот 1%, какой я показывал вам статы данного 1% питомца, о, кстати, Shiny Undead Demon, думаю, что сегодня я разыграю его на своем дискорд сервере. Собственно говоря, вот этого вот питомца, ребят, вот эти вот питомцы, мы, ребятки, их тоже уже смотрели, и вот этого мы питомца смотрели. Не забывайте ставить лайкосы, чтобы я показал вам вот этого вот питомца трехлунного. Да, кстати, офигеть, мы выбили так много блестящих и голденов, я просто в шоке. Я думал, мы по обычных повыбиваем, у нас тут одни голдены блестящие, я просто, ребятки, в шоке. Кстати, поскольку многие из моих пэтов не нужны, я также сейчас пораздаю некоторые из них на своем сервере, собственно говоря. Вот у нас подписчик, который простил питомца, и давайте мы дадим ему вот такого вот прикольненького питомца. Это, ребят, однолунный, да, еще и голден. Как по мне, неплохо. Все, в принципе, я подарил ему несколько питомцев, в общем-то, это довольно-таки интересная обнова, мне лично она очень понравилась. Ну, на этом, собственно, ребят, все. Если вы хотите больше роликов по Сапер-симулятору, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайкосы, подписывайтесь на мой канал, если все еще этого не сделали. Ну, с вами был Кэкс Де Винтер, и всем пока-пока-пока!